Джейкобс обладает оригинальным американским стилем. У пирога был русский стиль, и Джейкобс не был к нему готов. Сейчас он стал гораздо сильнее. Я смотрел его бой и увидел, как он с тех пор прибавил. Разные соперники представляют разные проблемы. В бою с Келлом Бруком не было угрозы. Головкин в первую очередь хотел устроить шоу, сделать так, чтобы люди насладились поединком. И он не особо чувствовал урон от Келла Брука. Джейкобс с 29 нокаутами в 32 боях определенно умеет бить. Все будет зависеть от первой пары раундов. Геннадий должен увидеть, представляет ли из себя Джейкобс угрозу или нет. Но он не будет безрассудным. Давид Лемье также был хорошим панчером с тяжелыми руками. Но Джейкобс превосходит его по боксерскому IQ. В своих боях Давид Лемье добивался побед благодаря грубой силе и мощности, а Джейкобс сделал это благодаря интеллекту. From Karaganga, Kazakhstan,